Всем привет, и сегодня я хочу затронуть тему покера. Вы знаете, некоторые из вас, может, когда-нибудь играли в покер и знают некоторые комбинации. Вот я хочу рассказать про комбинацию каре. Это комбинация из четырех карт, то есть, например, 4 четверки, 4 туза, 4 короля. Ну, самым популярным, конечно, из 4 туза, потому что это сама максимальная комбинация каре. Вот смотрите, я постараюсь буду найти вот здесь тузов. Сейчас, хопа. Это не туз? Нет, да? Жаль. Ну, зато тузов же 4, в общем-то. То есть у меня еще есть попытка. Ну ладно, давайте сделаем еще раз так. Бац! И это не туз. Да, мне очень жаль. Ну, я постараюсь как-то загладить свою вину, потому что сейчас это будет точно туз. Я в этом уверен. Это вообще не туз как-то. Вообще на туза не смахивает там. Ну ладно. Тогда может быть вот это точно туз. Бац! И это не туз, да? Зато давайте посмотрим. Вот смотрите, здесь есть три одной масти. Вот король черви. 8 червей, 2 черви. Так, кого я обманываю? Не получился у меня этот фокус. Ну, зато, смотрите, я могу сделать вот так, взять восьмерку. Так, вот эта восьмерка. И спортить ее в двойку пик. Нет, не катит-то. Ну, тогда, смотрите, я могу взять, к примеру, короля червей. Так. Всунуть его куда-то там внутрь. И переместить наверх. Тоже не идет, да? Ладно, а как вам такой прикол? Берем мы нашу двойку червь. Вот смотрите, извините. И трем ее об стол, и она становится уже бальтом крести. Тоже не нравится, да? Ну, а если взять, к примеру, десятку бубей. Вот она. Всунуть, взять вот эту карту. Потерять вот так в нее. Превратить ее в десятку. Да? Да кого я обманываю? Что-то у меня сегодня абсолютно ничего не получается. И это что-то мне уже... Что я делаю? Карту перевернул, что-то не так. Вы уж не серчайте очень сильно. Ну, каре тузов, это, конечно, комбинация хорошая, но... Мне, наверное, сегодня не получится их найти. Никак. А что это у нас? Каре из тузов? Неужели фокус у нас? Ну, как видите, это будет очень запутанный фокус, потому что каре тузов я и правда нашел из колоды. И здесь ничего противоестественного. Ну, пожалуйста, смотрите, ставьте плюсы.